Еще один мой очень близкий друг Владимир Самойлович. 91 год. Он уехал из Донецка, бросив незащищенную диссертацию в области строительства атомных электростанций, что-то было такое, пополнив ряды этой великой алии, великой миграции еврейского народа 91-92 года. Человек чрезвычайно умный, молчун, но если начинает говорить, то значит он в курсе той этой темы на 110%. Лучше ему не перечить, потому что он не говорит о том, чего не знает. Лучше всего он разбирается в трубочном табаке и в виски. Выбирая отечество, надо бы помнить о том, что на йоту не сдвинется, сколь не раскручивай глобус разношерстная твердь. И не станет сговорчивей Хронос. И не выйдет, пожалуй, судьбу отложить на потом. Брось ли якорь на рейде, наладь ли в пустыню стопы. На Итаку вернись, или прочь убирайся с Итаки. Да пребудет в костях твоих нечто от вечности, как и. Да пребудут во все переезды в диване клопы. Что же, выполни сальто вперед головой, оттолкнись от гнилого мирка, где кордоны, иконы, погоны, где во здравии мифа не жаль засадить миллионы. И немногого стоит равно кошелек или жизнь, где неделю трясется вагон к пункту Б на Тверской. Строит глазки картошка в сырой паутине подвала, где по жопе тебе, чтоб дышал, повитуха давала. Ангел бил по устам, чтоб забылся язык нелюдской. Оглянись, между прочим, опричь цветь уместных седин, за душой не шиша, да и перед не так, чтобы очень. Нерушимый союз оказался не слишком-то прочен. Что там нынче у вас достают из широких штанин? Горевать не приходится, если лихая звезда гонит по миру вширь в ожидании великого мига, либо форта фортиссимо пушек пиратского брига, либо мольта аллегро причалить незнамо куда, лопотать на чужом непонятном родном языке, что не даст призвиться хвостом зацепиться за рифму, открывать изумленному слуху синкопы и рифы, полудохлую птицу-синицу зажав в кулаке. Но скажи, это так или воображение врет? И поросшая плотью мечта нечиста и обманна. Неужели выдумывать новые дальние страны, где и будет исполнено сальто ногами вперед? Пам-п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